Привет, друг, с тобой Эван, мы продолжаем играть на сервере CCD Planet, сервер номер 2, все как всегда, МТА. Продолжаем обозревать новое обновление 3.16 и будем покупать себе новую тачку из этого обновления. Так что я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, и мы начинаем. Велел бог, не хотел я этого делать, но придется, потому что нужны просмотры, ладно, шучу. Короче, хотел я купить один автомобиль, два автомобиля, а я пока не буду раскрывать каких. Один дешевый, а второй ультра дофига стоит, прям ультра дофига, вот он прям капец как переоцененный. Поэтому мы купим сегодня только один, возможно в следующих сериях, там через недельку, цены на них упадут, возможно купим еще второй. Ну короче, мне нужно 53 тысячи долларов, это такой вам спойлер маленький, 3 миллиона 911 тысяч рублей, ну почти 912, почти короче 4 ляма. Давайте достанем еще 83 тысячи 70, 83 0 70. Бабки были и бабки пропали. 36 лямов, 53 тысячи на долларах. Вклад висит, бабки бизнес приносит. Балдеж прям. А, я же еще не говорил. Блин, в этой серии мы же не только тачку купим. Мы купим себе сегодня два бизнеса. Вот, и купим дом на 6 мест. Короче, из-за того, что у меня опять забагалась запись экрана, я вставлю скриншот и просто покажу мои два бизнеса, которые я купил по 5 миллионов на 107 тысяч выплаты. В принципе, вот они. Находятся в WhatsApp возле автошколы. Короче, пацаны, капитан Гепард или Щепард. Будем покупать дом на 6 мест за 4 ляма. Я думаю, нормально. Ну, как бы я здесь не играю, так что пофиг. Там проценты, бизнесы, там трали-вали, все нормально будет. Так, 4400, 146 от исходящей цены. Продавец получит 4, охренеть. Ну тогда подтверждаю, ладно, пофиг. Получается 14 лямов уже ушло, даже почти 15, да. Феррари убираем, заходим в автосалон американских автомобилей. Ищем этот великолепный Ford Mustang GT. Давайте для него сделаем начальный цвет какой. Давай красный, да? Хотя можно взять белый. Давай возьмем белый, а потом, если не понравится, перекрасим. Значит, стоит он 53 тысячи долларов, 372 единицы доната. Я надеюсь, мне хороший номер выпал. МВЕ 620. Ну, короче, говно. Будем еще, наверное, сегодня покупать мне номер. Хотя это не точно. Вот прям капец как не точно. Я не знаю, стоит ли здесь покупать. Не стоит. Они здесь вообще ОМРки переоцененные. Там по 7 лямов стоят. Не знаю, какие покупать. Посмотрим ПТС. Моя первая, кстати, тачка на CCD. Именно как бы новая. Можно я, да, вот так это спрячусь, чтобы меня не толкали. Выглядит прикольно. Диски красивые. Новый Мустанг, что сказать. 285, я так понимаю, это номер. Мустанг, ну я и первый получается. Эван оформлено электронно. Мы ПТС посмотрели, теперь летим как бы в тюнинг. Было хорошо раньше сразу с автосалона, сразу в тюнинг. Он едет 157 только, серьезно? Не, стоп, это бред какой-то. Вот 198 уже был. Ладно, надо выкатать вот этот бензин плохой и залить Е85. И посмотреть, сколько он на нем поедет. Ой, страшно было только что по карте. И здесь вот такой вот уже хитрый заезд. Зачем они так сделали, я не знаю. Здесь ставятся диски. Подожди, а тюнинг где? Или здесь тюнинг? Или здесь только диски? Здесь, наверное, и диски, и тюнинг. Да. Давайте сразу посмотрим боковые эти комплекты. Shelby GT500. Ну, зло. Зло. Ну, зло, согласен. Есть RTR. Нет, не хочу. Давайте сейчас попробуем собрать свой. Если что-то им понравится, то тогда поставим Shelby GT500. Ну, спереди, блин, как этот Charger, прям эта решетка, прям капец как напоминает. Боковые юбки. 55, 77, 55 давайте добавим. Выхлопная система, конечно же, чем побольше, тем получше. А вот это за 25. Дальше диски, диффузор. Черный вот этот, конечно же. А капот RTR, либо такой. Можно вот это добавить? Не, давайте обычный, не хочу колхозить. Комплекта нет. Настройка рамка, давайте. А чё, бамперов нет? Серьезно? И губы даже нет. Да. Можно просто черную офигенную рамку. Кстати, спереди номера нет. Черная широкая. Не, просто черная. Вот. Значит, пусть будет черная. Так, профиль шин прочее. Это что у нас? RTR. О. Ну не буду, это слишком колхоз, не буду. Спойлер. Shelby GT500, это черный, да, такой? Нет.
такой есть DuckTale, есть такой. Можно ма... О, ема. Ем... О, это как старый. Я хочу маленький. Ну, стоковый топчик, его через винил, типа, черным навести, как это делали на смотре когда-то давно. И будет идеал, мне кажется. Ну ладно, поставим давайте вот этот. Плюс-минус. Вот это да, хочу, хочу вот этот. И давайте уже поставим этот. Тормозные диски, шины, нет, зачем? Капот, наверное, ставить черным, хотя бы, чтобы какой-то контраст был. Давайте вот этот поставим. Обидно, что нету никаких бамперов. Но и тот я ставить тоже не хочу. Поэтому пусть будет такой. Диски, кстати, стоковые тоже красивые, надо что-то найти похожее. Я, наверное, подберу и тогда уже продолжу. Ну, AMG Edition 1, топ. Не, ну, мустанговские диски прям классные, но я не знаю, можно ли сюда их красить. Вряд ли их можно красить, брать по 600 тысяч. Фрештайнеры это слишком, как бы, много. А вот эти, типа, RTR-ки, они красиво смотрятся, и можно взять, и всего лишь 57 тысяч, как бы, стоит, не особо дорого. Поэтому давайте берем их. Настройка колеса, я думаю, сделаю позже, потому что я буду ставить чип, а сейчас его еще не поставил. 332 тысячи, бам, улетело. И теперь у нас хотя бы какой-то стиль появился. Конечно, если бы еще была губа, конечно, она там есть, но она очень маленькая. Если бы она была большая, там, спойлер поменьше, еще оптику менять, шильдики выбирать, было бы прям идеал. Бампера какие-то, что-то CCD я не узнаю. Так, второй цвет, который я хочу сделать, это, как же, конечно же, перламутр за 200 тысяч. Да, я упоролся, уже улетело сколько бабок в этот мустанг. Я хочу сделать себе красный мустанг. Вот реально, хочу красный, вишневый, может нет. Хочу красный, ярко-красный. 5500. И сейчас с дополнительным цветом будем играться. Он вообще на что-то влияет? Алло. А, цвет блеска, вот, тупой. Вот, можно сделать... Вот такой кэнди можно взять за 3000. Основной цвет сделать немного темнее. Ну, где-то вот такой. Во. Ну, просто бабки такой налево-направо трачу. Угу. Дополнительный цвет, это цвет салона, я так понимаю, да? Ничего не красится, поэтому не будем трогать. Цвет блеска. Кстати, я же еще другие типы не смотрел. Мат, это капец. Хром, ну, тоже капец. Основной цвет дисков. Вот. А дополнительный цвет дисков, это что у нас красится? В этих дисках ничего, значит, основной. Можно сделать черными, можно ставить белыми. Блин, а можно было взять диски с полочкой и сделать центра черные, а давайте сделаем их какие-то черные. Прям не такие прям черные, прям капец. А где-то вот такие сероватые, чтобы они хотя бы как-то совмещались с нашими деталями. Вот где-то вот так, я думаю, будет самое то. И тонировочка обязательно. Лоб где-то так, боковые передние. Где-то вот так где-то жопа, вот так где-то бок, где-то вот так, и лоб где-то вот так, да. Чтобы не прям сильно, за 20 тысяч покупаем. Жалко, что они не добавили версию в тюнинге, как с эской, что ты его можешь отпилить крышу и сделать, как бы, если не ошибаюсь, этот кабрик. А ты можешь только здесь либо так, либо никак. Потому что кабрик, мустанг, это было бы сильно, ну типа многие бы покупали. Ну, я как минимум. Собственно, мы приехали в тюнинг автомобилей. А давайте сейчас поставим какой-то чип. Надеюсь, у меня какой-то сохранился. Сохранение, да, есть. Комфорт, задний, Sky, задний дрифт, задний привод, дрифт. Короче, у меня только задний привод, дрифт. Поэтому сейчас сферы снимем и поставим сюда. Ну, какой же он красный, просто балдежный. Можно было сделать темно-синий, как бы с белыми полосками, либо белый с черными полосками. Тоже было бы неплохо, но и это тоже пойдет. Так, по все дни феру закинули. А, в принципе, колеса норм, сейчас только поедем. Хотя мне в жопу надо поднять, что-то прямо насело, капец как. Давайте поднимем жопу и поедем, сейчас диски немного поменяем. И что у нас ездит Мустанг? 303 км в час, я не знаю на каком это бензине, но пока что не 303. Но сейчас мы поставим диски, как бы... Другой радиус, другую ширину настроим. Вот. И поставим сюда. Вернее, зальем 85-й бензин. Посмотрим, сколько он будет ехать. Вот такой, пацаны, смотрите. Оп. Вот так. Надеюсь, меня не кикнет. Оп. Лайфхак я вам, если кто не знал. Вроде как-то так, пацаны, немного поднастроил. 50 тысяч. Ого.
Это что, 332 тысячи на тюнинг, плюс 50 тысяч, это 382 тысячи, еще там в покраске, короче, как минимум 200 тысяч, а это уже 500, короче, 1600 уже улетело на него, и он вышел сейчас где-то в 4,5. Можно по приколу выставить на аукцион за 5 лямов и посмотреть, что будет. И тем временем мы приехали к заправочке. Жалко, что этот бензин нельзя слить как-то. 85-й заливаем на 22 тысячи рублей. 49 литров. 60 литров бак, 64 километра у нас уже накатано на этом мустанге. Но выглядит он просто сочный. Красный мустанг на черных. Вот реально, сзади есть диффузор, есть спойлер. Спереди есть капот, но не хватает, есть эта боковая юбка. Вот, не хватает губы, прям капец. Я не знаю, что они так затупили, но губы не хватает, прям капец. Что от первого лица, кстати, первого лица нормально настроено, руль крутится. Все, как все сиди всегда. А что, выходит 0-максималочка, погнали. От салона нормально смотрится, так, оп, он не тоже нажал. 363 кило. Успел. Я не привык, что здесь камеры. Как бы 363 километра. Ой, кстати, ксенон не поставил. Ну и да ладно. Короче, пацаны, я только что посмотрел, чтобы сделать вообще номер, рандомные цифры, рандомные буквы. Он стоит лям. Если ты хотя бы сделаешь там два повторения, этот номер будет стоить уже 7 миллионов. Это капец. То есть никакой не 228, 001, 500, 600. Короче, не первая сотня, не первая десятка. Короче, вообще капец. В принципе, пацаны, на этом все. Вот такой вот видос вышел. Надеюсь, вам он понравился. Прикупили вот мы с вами такой офигенный мустанг. Вложили 500 тысяч. Покраска, диска, внешний тюнинг. Как я говорил, не хватает еще бамперов, губ и т.д. и т.п. Возможно, фары, там, тонировка фонарей, шильдики, вот это все. Я надеюсь, CCD посмотрит и добавит это. Поставьте лайкос. Напишите в комментариях, есть ли у вас какая-то новая тачка из обновления, что вы успели купить. Подпишись на канал, чтобы не пропускать новые ролики по CCD и по другим проектам. Нажимай колокольчик, чтобы всегда посмотреть мои ролики первыми и никогда их не пропускать. Ну, с тобой был Эван. Всем желаю хорошего дня, всем удачи, пацаны, и всем пока-пока.